Каждый новый день в Кыргызстане бьет антирекорд предыдущего. Показатели суточной заболеваемости подскочили до пиковых июльских. Число заболевших COVID-19 в стране уже превышает 300 человек. По словам специалистов, такие высокие показатели говорят о начале второй волны коронавируса. Чтобы не допустить тех ошибок, что было летом, правительством поручено открывать дополнительные койко-места. На территории различных медучреждений ведется строительство новых корпусов. Сейчас на стадии завершения находится новая инфекционная больница, рассчитанная на 100 коек. Сейчас, в данное время, строительство этой больницы города Бишкек уже практически полностью завершено. Внутренняя отделочная работа завершена. Сейчас идет расстановка мебелей и уборка помещений. Наружных работ остались асфальтирование тротуаров. Вот сегодня-завтра мы начнем асфальтирование. В течение 2-3 дней полностью будет завершен асфальтирование тротуара. Несмотря на то, что вопрос обеспечения больничных коек почти решен, в стране по-прежнему ощущается нехватка медперсонала, говорит эксперт Бурул Макинбаева. Тысячи заразились, а десятки умерли. К тому же для спасения тяжелобольных требуется не только врач, но и специально оборудованное больничное место. В первую очередь с аппаратами ИВЛ. А их в Кыргызстане все еще недостаточно, считает эксперт. Вот все кричали: строить больницы, строите больницы. Вот вам начали строить больницы. Но ведь больница – это стены. Стены никого не вылечат. Поэтому вот я изначально говорила, что у нас есть один простой и законный путь. Надо быстрее заключать договора с частными больницами. ФОМС должен заключать как с государственными, так и с частными больницами. И если люди пошли в частную больницу, то ФОМС за них должен оплатить. В Минздраве уверяют, в Кыргызстане достаточно медперсонала. Однако, если вторая волна будет тяжелой, может возникнуть нехватка специалистов. Чаще всего нехватка врачей наблюдается в регионах. По информации Минздрава, медики во время перерыва в несколько месяцев прошли повышение квалификации, дополнительное обучение по лечению больных ковидом. Сейчас специалистов хватает. В рамках подготовки ко второй волне каждый медицинский работник прошел обучение, как лечить ковидных больных. К тому же коронавирус нашим медикам уже не в новизну. Во время пика заболеваемости, я думаю, они набрались достаточного опыта. Конечно, где-то, может быть, не хватает специалистов, но основная нехватка, как вы знаете, у нас наблюдается в регионах. Пик заболеваемости в Кыргызстане пришелся на начало лета. Тогда в сутки выявлялось более 1000 новых зараженных. Сейчас велика вероятность, что сценарий может повториться. Только за сутки в Кыргызстане выявлено 388 новых случаев. При этом в стране пока не вводятся дополнительные карантинные меры, кроме масочного режима, который не всегда соблюдается. Как отметили в Минздраве, власти готовы увеличивать количество мест в зависимости от ситуации. В настоящее время по всей стране готовятся 12 медучреждений для госпитализации людей, инфицированных коронавирусом. Мирима Албекова, Бакыт Кушалиев, 5 канал.